Олег Селин – водитель со стажем, за рулем более 15 лет. Любит ездить по городу и за его пределы. А в прошлом году решил сделать вождение своей профессией – стать таксистом. Компанию выбрал быстро. В «Нео-такси» предложили прекрасные условия, гибкий график работы и помощь в техническом обслуживании автомобиля. Свой центр технический, машины всегда подготовлены. В любое время дня и суток тебе машину загонят. Специалисты ее посмотрят, все техническое обслуживание, зимняя резина, то есть переобувка, сезоны, не сезоны, у нас машины подготовлены постоянно. Оплачивать заправку и мойку можно с лицевого счета. Обслуживание авто происходит за счет компании. Действуют бонусы за заказы. А если привезти друга, то в подарок получишь 2 дня без арендной платы. Теперь в семье Олега 2 машины. Первую полностью передал жене, на второй работает. Приобрел ее тоже в «Нео-такси». Автомобиль прекрасно показал себя на дороге и позволил стать предпринимателем. Мне предложили очень выгодные условия выкупа автомобиля. На данный момент он уже мой. И вот видите, я не расклеиваюсь. Мне нравится работать плотно с компанией «Нео-такси». Единственным отличием стал еще более свободный график работы. Олег признается, что планировать время с семьей стало еще проще. При этом компания помогает следить за исправностью машины и собственным самочувствием. Ежедневно водитель проходит доктор-механика, как перед выездом, так, соответственно, после сдачи автомобиля, ежедневный технический осмотр автомобиля, что сейчас не каждый может себе позволить. Также у нас есть мойка автомобиля, в грязном виде не выпускаются на линию. Клиенты могут быть уверены, что к ним приедет исправный и чистый автомобиль. Также в «Нео-такси» работает контроль качества. Любой человек может позвонить и получить исчерпывающие ответы на любые вопросы. Есть и своя диспетчерская служба. Мне очень нравится то, что в основном девушки работают с опытом, и они знают город порой лучше, чем сами водители. Это реально так, и даже поправляют нас иногда. Поэтому и пассажирам комфортно общаться с человеком, который знает город, а не сидит где-то в Сочи. В аэропорт, на работу или день рождения, утром, днем и ночью, по личным вопросам и с деловым поручением. Водители «Нео-такси» доставят клиентов быстро и безопасно. Олег признается, что для него главное – хорошее настроение во время поездки. Он всегда старается оставить у пассажира приятное впечатление, а компания помогает решить технические вопросы. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».